Ну вот и закончилась наша работа на данном объекте. Вокруг объекта пройду, что-то расскажу. Изначально, если вы увидели там фотографии, то домик был покрыт андулином, пролежал 12 лет. Вот. И ну, уже несколько лет назад, по-моему, уже начал течь. Там подмазывали, там какие-то, ну, полумеры были. Вот. И вот решили сделать пальцем, чтобы надолго хватило, лет на 50. Что хочется сказать, здесь картины, они зауженные, то есть рулон 1250 миллиметров делился на три части. Обычно делится на две части, когда получается штрипс 62,5, но здесь же получился штрипс 41,5. В итоге после прокатки на станке в чистом выходит 34 сантиметра картина. Почему так сделано? Ну, потому что когда более узкие картины, меньше бликует. Вот. Поэтому было сделано такое решение. Вот. Сейчас у нас идет подготовка к уезду. Собираем станки. Кстати, вот этот андулин лежит, который здесь лежал. Но он уже такой весь, скажем, в негодность пришел. Сейчас переезжаем на другой объект, где у нас, вернее, два объекта. Один крыша, другой фасад. Но это вы увидите чуть попозже все. Заказчики наши работы вроде как довольны. Надеюсь, оставят комментарий, который я прикреплю. Вот. Особо говорить-то нечем. Пальцевая кровля. С гарантией лет на 50. Во всяком случае, мы даем гарантию на свою работу. Ну, так скажем, на словах, да? Пока металл сам по себе не сгниет. Вот. Этот металл марки CSIB, Green Code, BT, Урал, матовый цвет. 11 или 21, точно не помню. Вот. Поэтому ждите обзоры с другого объекта. Вот. Здесь, наверное, может быть в будущем вот эти вот домики тоже перекроются фальцем. Возможно. Будем посмотреть. Ну все. Всем до скорой встречи. Всем пока.
смотрите, аисты. Ох, им нравится наша крыша. Вот это момент. Интересно. Давай. Хороший знак, наверное. Всему этому.